крупные ученые, техники, инженеры уезжали редко. Ну, во-первых, как говорил Владимир Ильич Ленин, наш народ в основном талантливый, а умников-то у нас мало. Во-вторых, эти люди и здесь очень нужны. И правители всяческими способами, деньгами, обещаниями удерживали их на месте. Начало 20 века. Весь мир увлечен интересной и перспективной техникой радио. И уже витает в воздухе новая идея телевидения. Молодой выпускник Петербургского технологического института Владимир Зворыкин, потомок богатых муромских купцов, с большим увлечением осваивает это новое в России дело. Он занимается исследованием передачи в эфир электромагнитных сигналов под руководством профессора Розина. Но начинается война, потом революция и гражданская война. Волны бурной российской жизни бросают Зворыкина как щепку из края в край обширной державы, где власть то белых, то красных постоянно меняется. Но он неизменно связан с радиоделом. Своих радиодеталей Россия не производит. Их можно получить только в Америке. Зворыкина от сибирского правительства командируют в Штаты. Америка очень заинтересована развитием радио, так как это может обеспечить хорошую информационную связь с Европой. И там уже действует научно-производственная радиокорпорация RCA. Пока Зворыкин разбирается с радионовинками, сибирские власти, пославшие его в командировку, уже разгромлены. Возвращаться домой теперь опасно. А здесь, в Америке, хорошие условия для работы. Зворыкин решает остаться и превращается в эмигранта. Живя в Америке, Зворыкин сумел выдвинуться в первые ряды специалистов-электронщиков. Здесь он разработал иконоскоп и кинескоп и стал называться отцом электронного телевидения. Ему же принадлежала разработка электронного микроскопа и прибора ночного видения, который очень нужен был для американской армии. Зворыкин вообще-то не страдал от эмиграции. Он часто приезжал в Советский Союз, то на технические выставки, то на совещания по электронной технике, и даже ездил в свой родной город Муром вместе с женой, хотя иностранцам туда въезд был запрещен. И никакое КГБ его не брало. Американские службы забеспокоились. Уж не возит ли чего секретного Зворыкин в Россию? Но подкопаться было тяжело, а авторитет у Зворыкина в кругах специалистов электроники был очень высокий. Зворыкин был чрезвычайно крепким человеком. 82 года он говорил: «Я все еще учусь», и с интересом осваивал твердотельную технологию. Вся электроника в его молодые годы была вакуумная. Умер Зворыкин в 94 года. Его прах по завещанию развеяли над озером Тонтон, которое он очень любил. Шла весна 1907 года, цвели деревья, все юноши Киевской гимназии влюблялись в девушек, но Игорь Сикорский влюбился в самолеты. Потом, даже не закончив политехнический институт,
Он умчался в Петербург и поступил на работу в акционерное общество Русско-Балтийского вагонного завода. Теперь русская армия готовилась к войне, и уже шли серьезные разговоры об использовании в ней самолетов, в основном для разведки. В Русабалте организовали авиационный отдел, в котором 24-летний Игорь Сикорский стал главным конструктором. Здесь-то и раскрылся талант Сикорского. Он первым решил сделать тяжелый самолет, чтобы использовать его как бомбардировщик. Новый самолет был сделан. Он нес 8 100-килограммовых бомб и эффективно использовался в войну. Его назвали Илья Муромец. Самолет осмотрел царь Николай II и вручил Сикорскому памятные часы. А военное министерство заказало Русабалту еще 26 муромцев. Эскадрилья успешно участвовала на всех участках фронта. Но приближалась Февральская революция и отречение русского царя от власти. Начался голод и бунты. Русско-Балт не работал из-за бесконечных забастовок. А Октябрьская революция, как понимал Сикорский, ничего не сможет изменить к лучшему. Для него оставался единственный выход – покинуть Россию. В феврале 1918 года в Мурманске стоял маленький английский пароход, в который и сумел сесть Сикорский. Пароход причалил в Лондоне, оттуда Сикорский сразу перебрался во Францию, но там устроиться на авиационную фирму не удалось, и Сикорский следует в разбогатевшую за годы войны Америку. Здесь в 1923 году удалось сколотить компанию из русских эмигрантов-энтузиастов. Они работали слесарями, детали искали на свалках и сделали мощный самолет для перевозки грузов и пассажиров. Это были самолеты Сикорского, которые летали до 30-х годов. В конце 30-х самолетостроение у Сикорского закончилось. Ему удалось выпросить у военных небольшую сумму, и он начал разработку вертолета, который можно было, как он убеждал, использовать для спасения раненых. Началась Вторая мировая война. Сикорский получил большие заказы. Вертолеты искали и уничтожали подлодки, выполняли разведывательные и спасательные функции. Вертолеты не требовали взлетно-посадочных полос, были очень оперативны и живучи. Американская армия все время где-то воевала, и правительству предлагало все новые и новые заказы вертолетов. Фирма Сикорского превратилась в огромную корпорацию. За все годы жизни в Америке Игорь Сикорский, в отличие от Зварыкина, в Советский Союз никогда не приезжал. А велась ли за ним слежка от ЦРУ на предмет передачи вертолетных секретов, этого неизвестно. Но Сикорский встречался во Франции с советскими специалистами, и обмен идеями, а может и чертежами, конечно, был. В семье Игоря Сикорского все говорили на русском языке. Его первые сотрудники были мигранты из России. Он был всегда в курсе русской науки и техники, был членом правления Толстовского фонда и способствовал развитию Русской Православной Церкви США. Сикорский умер в 1972 году в возрасте 83 лет. Из них 30 лет он жил и работал в России и последующие 53 года в Америке.
Сикорский признан в мире выдающимся изобретателем. В американском зале славы его имя стоит рядом с именами Эдисона и Энрико Ферми. В 20 веке американская культура обогатилась благодаря многим европейским переселенцам, в том числе и русским. Это Рахманинов – музыка, Набоков – литература, Фешин – живопись и, наконец, Зворыкин – отец электронного телевидения. Слово «иммиграция» древнегреческое и означает «переселяюсь». Может быть, когда-нибудь из Америки будут переселяться в Россию. Ведь люди живут не одну сотню лет. И пока живут, все время куда-то переселяются. И я думаю, Бог не против этого. Но надо помнить, откуда приехал, и навещать старый дом.